За третье место в заезде «Восьмерок» награждается команда «Юность Москвы» в составе Савин Иван, Кузнецов Федор, Комаров Герман, Нестер Иван, Леонид Артем, Гайцев Максим, Рулевая Ручкина Полина, команда подготовила Приморский Андрей. Результат команды 17 минут 50. Чухарев, Воробков, Руденко. Результат команды 18 минут 53,18 сотых секунды. Команда награждается серебряными медалями. Награждение проводит судья всероссийской категории, мастер спорта, главный судья соревнований Игорь Владимирович. Проходит.
серебряный бор подтянем. Давайте, давайте поддержим серебряный бор. Это хорошая, интересная команда. А вполне возможно, что Лаки берегут их для последнего круга, который это сейчас они с великим наслаждением будем смотреть на эту команду, которая хорошо держится. Приятно смотреть. Значит, высокопарная, она принимает. Она
Вот. Ну, еще надо продолжать, потому что... Мужики, двигаемся. Нет, не все, чуть-чуть дальше.